Всем привет! Сегодня готовлю очень простой и быстрый торт всего из 3 ингредиентов. На приготовление его уходит совсем мало времени, и этот торт меня всегда выручает, когда неожиданно приходят гости. А вообще такой тортик называют «ленивый Наполеон». Готовить торт я сегодня буду из готового слоеного теста. Тесто у меня покупное, бездрожжевое. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут. Первые два коржа готовы. Пока они будут остывать, выпекаем еще два коржа. А пока подготовим крем. К вареной сгущенке отправляем сливочное масло комнатной температуры. И хорошо взбиваем миксером. Готовый корж немного прижимаем вниз руками и отдельно собираем сухую часть, она у нас пойдет на обсыпку. Ну а теперь корж поделим на две части. Начинаем собирать торт. На дно я намазываю немного крема. Кладем первый корж и обильно смазываем кремом. Кладем второй корж. И также обильно смазываем. Таким образом мы собираем весь торт. Бока тоже нужно хорошо смазать кремом. Нам осталось обильно посыпать торт оставшейся крошкой. Тортик наш готов. Посмотрите, какой красивый он получается. Кушать его можно сразу, но я все равно на полчасика уберу его в холодильник. Обязательно пробуйте, готовьте. Уверена, что вам очень понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока!